Плюсовой температуры больше не будет. В ближайшие сутки в городе обещают резкую смену погоды и первые серьезные минусовые отметки. Коммунальщики готовятся к самому худшему. Технику людей приказано максимально подготовить к предстоящим холодам. Сложность в том, что в четверг синоптики обещают в Кирове мокрый снег, местами даже дождь. А вот потом ожидается резкое похолодание до минус 13 градусов. Это значит, что осадки превратятся в лед, и сложности могут возникнуть не только на дорогах, но и пешеходных дорожках, лестницах и во дворах. Коммунальщикам приказано подготовить технику и людей. Противогололедный материал есть. Главное – не проспать зиму. И сегодня на оперативном совещании в администрации впервые с начала сезона напомнили о расчистке крыш. Из-за смены температур на кровлях могут образовываться сосульки.